острова и дальнобойная артиллерия будут для тебя большим подспорьем. Не артиллерия дальнобойная, а орудие. Пушка. Ствол, понимаешь? Рыжая тетя с зелеными глазами. Это значит ведьма. Только не говорите никому. Ладно, так. Тип-тип-тейк. Это наш штаб прокачался до 11 уровня. А потом у нас будут супер-орудия. Враг могущественных целей. Сторожевая башня. А вот хорошая дальность, урон. Ступка. Вообще-то это миномет. Артиллерия с дальней дальности. Кто вообще это переводил? Супермина. Можно наносить огромный урон. Десантный бот. Нагрузка атакующих войск. Нагрузка. Транспортировка и выгрузка, а не нагрузка. Как в тот раз, когда перезагрузку перепутали. Написали перегрузка на кнопочке. Ужас. Денежка. 2000 золотых монеток. Ура! Сталь стала приходить. 1400. Что-то можно уже прокачивать. Чего-то. Ничего, это очень жаль. Несмотно жаль. Это другое. 12 супер-орудия будет открыто. Еще одна супер-мина. Мина. Моисеевна. Это у нас... производит золото. Еще один можно построить. А это металлический сундук. Увеличивает вместимость хранилища. Золото. Еще один можно построить. Итого два. А этих... этих два можно. Это одну ступку. Два пулемета, 4 орудия, 2 огнемета, еще 3 мины, Моисеевна, мина Моисеевна.
Ботик будет открыт. Десантный. Ботик Петра Первого. Вот этими вот руками боял и надувал. Ботик на воздушной подушке. Круто. Что такое еще? Состряпать. А, можно вот еще состряпать. Не это, а вот это. Сменить. Здоровье 2 300. А, эту кнопочку пошла. Сменить. Здоровье 2 300. Адамак. Урон в секунду 130. А у этого 1587 здоровья. А там 2 300. А у этой дамаг какой? 117. А у этого 130. Круто. А, дорогой. Дорогой такой он. Не применяю. Роли расходы время обучения медленно. Скорость движения. Медленно. Медленно. Но. Что у нас тут? Он создан для войны. На его громоздкий корпус приводит. Может, приходит? Приводит. Вы забыли. Приводит к потере энергии. Пушки, суперорудия и супермины. Непонятно. Его громоздкий корпус приводит к потере энергии. Пушки, суперорудия и супермины причиняют танкам двойной урон. Ну, здорово. Что это значит? Его громоздкий корпус приводит к потере энергии. Что это значит? Прямо расхотелось брать его. Да еще двойной урон. Я понимаю, он двойной урон кому-то наносит. А то ему наносит. Пушки, суперорудия, супермины, суперпупер. Ну, дальность. Ну ладно. Посмотрим его в деле. Ич. Так. Посмотрим, где ли его. Его посмотрим. Где ли. Не понял. Ага. Так, сменить. На танк. И сколько времени для этого требуется? Непонятно сколько.
35 минут. Раньше обалдели, что ли? Ну все. Все бросаем и ждем здесь. Смотрите на таймер, как он будет тикать. А я пойду посплю полчасика. Что делать? Маразм. Причал и танки наши быстро. Что делать, если они везде сойдут в этих мошках? Мамы-мошки. Везде таймеры ставят. Надо, не надо, ставят. Полчаса ждать. 30 минут. Тридцать две минуты. Ждать. Как собаки. Ядовитая ляхушка. О, ляхушка, ляхушка. Синие цветы. Ой, лягушка, лягушка. Задолбала ты. А, мы уже атакуем? Ну ладно. Так. Ну, давайте отвечу. Чтоб два раза не ходить. Вот это вот. Ой, фу. Дважды щелкнули туда. Он девушек убивает наших. Господи. Зря мы хотели финт ушами сделать. А их всех перебьет тетка. Ну ладно. Они ломанулись по диагонали эти тетки. Чего они туда поперли? Взаимовыгодное сотрудничество. Почему они это назвали? Так странно. Странно, если не сказать. По-идиотски. Назвали. Ладно. Обложили со всех сторон. Уже легче как-то. Как-то так. А тетик подождем, пока убивать. Чем их убивать? Тетка.
Dar no sé, nada. Por mucho. Да, надо только идти в пулеметчик брать. Они живучие. Живучие такие. Вот 14 появился. Уровень сложности. Ужас. Ужасы. Я не знаю, что теперь делать. Ну ладно. Говорила, конечно, достает. Но надеяться без потерь обойдется. Потому что достает. Это время не меняется. Ничего. Тик. Ох. Без потерь. Вы такой хороший командир. Это что-то. Кто бы сомневался. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Как все запущено-то. Да. Не пойдем туда. Не пойдем. Мы с 14-м разобрались. Они не разобрались. Ой. Кругом плохо. Так. Чего у нас тут? Надо заказать что-нибудь лучше здесь. У нас такое было.
Gotcha. Сколько времени? Сколько? Три часа 45 минут. Это 25 минут. Еще хочется тут сидеть, смотреть, ждать моря, погоды. Не будем мы этим заниматься. Поставили. Ресурсами поставили. Они занимались правительством. Человечки. Вот они толстенькие. Ползают там чего-то, ковыряются. Шведским ключом. Вот таким ключом. Откроем лучше другую игрушку какую-нибудь. Пока они работают. Не будем их отвлекать. Все. Так. Что нам открыть хорошего? Или плохого? Награда за вход. Трех. Трех. Пять. Это нас не устраивает. Нас только устраивает это самое. И четыре тоже не устраивает. У нас вот 12. 6 и 6. Поэтому каждый раз перебрасываем. Ничего не отмечаем зелененьким. Но в данном случае 4, 3, 1 лучше даже, чем 5. 350 денежек получили. И вышли. Так и пробираемся. Что делать? Что-то. Подготовка к запуску. Что-то она не хочет запускаться. Она мне нравится. Вот.
Apple Face. Apple Archetype. О, грязно-серая что-то. Так. Значит, предыдущие игрушки. Нормальный такой, песочного цвета интерфейсик. Испытание. Получить 300 золотых за вход в игру. А за 3 дня подряд еще и завтра дадут 600 денежек. Будьте. Выйти. А куда выйти? Кросс-аут. А еще можно танки навестить. World of Tanks. Blitz. Не побоюсь этого слова. Торнадо, наверное. Ошибка. Не удалось. Не удалось инициализировать античит систему. Попробуйте запустить игру через лаунчер. Или переустановить игру, если это не поможет, обратитесь в техподдержку. Использовать гайджин нет. Тьфу. Проще вот так вот. Выход и все. Apple игрушки, это не игрушка. Муть какая-то. Вот какая-то тоже муть. Все читы ищут где-то. Кому не нужны читы? От читов ничего, кроме вирусов нет. Так. Морочат детям голову идиотскими игрушками. Вместо того, чтобы... Сейчас что-нибудь построим. Ничего не будет. Не понял, как тут нужно запустить эту дровосеку.
Sí, perdería vos. Siete de cada vez. Mi dicho tren. Mi cena de vida. Мелко так пишут, непонятно для кого. Чего ты так мелко писать? Склады переполнены. Постройте больше складов. Склады. Переполнены. Кто из них склад? Хижина дровосека. Рынок. Склад. Это сокровищница. Как его построить? Строить. А. Ничего. Чего это? Я не узнаю, чего. Здорово. А остальное ничего не построить. Вот что такое. Укрепление. Увеличивает защиту вашего гарнизона. А это что? Торговая лавка. Приносит 15 золотых в час. А это тогда что? Лаборатория алхимика. Мельница. Может это где-то может? Нужно для склада. Может это хлеб? А может глина? Глиняные кирпичики. Красная глина. А может и нет. Черт их знает. Надо заканчивать с этой игрой. Блоство какое-то. Каменоломно. А это что? Прииск. Добывает золото. Это рудник. А, вот. Добывает железо. Это железо, оказывается. Так. Может, это человечков как-то надо управлять им как-то. Как-то их отправить куда-то. Чего тут не прирост в час ноль. Ноль добыча. Применить. Что применить-то? А, налоги тут что-то. И что это? Вместимость складов. Бумс. А хлебушек. Хлебушек-то вообще что-то не фигурирует здесь. А, вот хлебушек. Вот. Тяжелый случай. Порядочные здания. А это что? Залежи, наверное, чего-то. А чего?
А где эти штучки? Стоимость 79. Ты обалдели вообще. А у нас 0, наверное, то, который 79. Нет, у нас 50. Так, где же это? Залежи нашего, понимаешь? Риск. Киль. А, вот рудник нам нужен. Немец еще. И что здесь? Почему нельзя построить? Строится только на ресурсе 3 лаки. Что за 3 лаки? Злаки. Злаки у них там. Господи. Ну где эти сраные злаки? Поселок, 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 поселок. Да поселок ты. Поселок у них там. Господи. Здесь поселок. Здесь поселок. Нет здесь никаких сраных злаков. Вы не можете строить здания в поселках до изучения науки исследования поселков. Господи, какие сложности. А это залежи говна, залежи говна и залежи говна. Странно. Это что? Переименовать. Ой, это так важно. Порядочить здание, сменить архитектуру, увеличить защиту владения. И все, наверное, за реальные деньги. Строитель. Вообще никаких строителей нет. Отступать при потерях 50. Господи, нас еще метели будут. Ой, нахрен. Нахрен это все. К чертовой бабушке. Это что такое? Настройки. Показать уровни здания. Сетку. Заполнить здание. А, вот. Заполнить здание. Чего? Увеличить добычу. Да денежки. Ну, конечно. Сейчас все бросим и будем донатить. Это говно. Говно. Господи. Да. Ну, это подпись какая. Ну, ничего. Ну, заполнить здание. Ни хрена не заполняется там. Вот же. Ни хрена непонятно здесь. Какое-то дерьмо. Чужим детям. Какашечник какой-то здесь. Так, хижина дровосека, торговая палатка, специальная. Гильдия купцов позволяет тренировать купец. Позволяет продавать ресурсы. Вместимость рынка 3000. Строить. Песня строить и жить позволяет. Нет, помогает. Вышли. Эфир. Так. Можно будет купить один вид ресурсов.
Продав другой. Построить уже что-нибудь. Ага, здесь вообще ничего. Ничего не функционирует, ничего не заполняется. Класс. Я же говорю, какашки. Склады переполнены. Постройте больше складов. Как нам их строить? Алло. Это вот. Там невозможно строить, конечно. Тоже нужно построить рынок и торговать. Что? Торговая лавка. Это сокровищница. Рынок. Что мешает построить рынок? Исследование. Не проведено соответствующее исследование. Это на что? Лаборатория алхимиков. Рынок. Ну надо же. Изучается рынок. Ну и хорошо. Вот и славно. Вот и дерьмо. Так все и фигово. Бомс, бомс, бомс. Бомс. Вот, какие сложности здесь. Вот, скажи. Хлеба и зрелищ. Применить. Ничего, это спасет отцов русской демократии, гигантов мысли. Вряд ли. Что там мелькнуло? Занятое население. Свободно рабочих мест ноль. Свободное население. Население живых мест. Чего ж так плохо с рабочими местами? Кстати, здесь кто-то появился. 10 рабочих. Почему это не заполнено? Торговая лавка. Рабочие, трое. Почему она не функционирует? Почему? Склады переполнены, постройте больше складов. Тьфу! Идиотизм. Дебильность. Улучшить. Если нельзя построить, можно уменьшить количество ресурсов, чтобы разгрузить склад. Все, вроде бы все заработало. С эльфами как-то не получается. А с людьми как-то проще. У эльфов даже нет вот этих штучек. Эти как его... Заливные луга.
Да, мы знаем. Здесь какой-то квест. Мы нужны мальчики на побегушках. Но у нас нет настроения выполнять их квесты. Совсем нет настроения. Надо вообще закрывать и удалять. Ну, что-то. Молча. Дурь какая-то. Миллионы людей сидят и дурью маются. Почему он синего цвета? Тык. Терраформа. Освобождает ячейки. Ячейку от сфера. От чего? От озера освобождает. Формирователи земель. А мы исследования заказали? А, что-то исследуется. Что там исследуется? Рынок? Изучается рынок, да. Хорошо, все. Нафиг. Терапевту. Жуткая муть. Это мы закрываем. А, мы хотели танки посмотреть. Танки посмотреть. Смотреть танки. Всю эту штуку переустанавливать. Кроссаут с машинкой. Запускается, сволочь. А там тоже... А, там металлолом дают. Если заходите, каждый день, получаете металлолом. Дурь, конечно. Да, машинки забавные. Стреляют, ля-ля-ля. Как танки. Там их улучшать нужно. Пулеметчик установить. Третий. Помповое ружье автоматическое. А куда делись эти? Вот здорово. А что, больше не будут давать? Халявные ящички. Вот другой контейнер. Вот теперь где. Ну ладно. И чтобы мы чаще заходили и покупали в
всякую чушь. Ну, они вообще чушь не покупают. Бустеры. А чёрт они? Мы не используем бустеры. Вообще. Не используем. Опять бустеры. Господи. Вот они, бустеры все. А чёрт они нужны. Бешеные деньги, главное, стоят. Господи. То есть единственное, что нужно, это свободные слоты. Находится с каким-то чудом. Чудом каким-то. 1800 золотых. С неба упадет. Тогда сразу ломанемся. Купим 10 слотов еще. Это они нам не нужны, правда. Как и будто. Но все равно. Погонять танчики, что ли? Не надо. Не надо, конечно. Шалая расцветка. Стильная. Ура, мы ловим. Гнутся шведы. Причем мы отдаем им. Сам. Сам. Или не отдаем все-таки. Ну ладно. А что, никто не обойдёт, что ли? Мне больше всех надо. Никогда. Не попал. Какая сволочь меня оставляет. Большая сволочь. Сейчас угробят нас. Линда какая-то. Заборная. Ублюдок. Из-под тишка, главное, спину. Ублюдок. Вот, Линда. Ну ладно. Обязательно сунут нижний уровень. К
Fiyatının olduğunu hani zaten bir yıl çekiyor. Yapılmış. Çoğunlaştık zaten bunları rahat. Çiğ kan fu şimdi ya. Sana gerek yok. Ben kaçayım. Ne kadar mı kapalı? Daha iyi işte bu koç istiyoruz. Сейчас опять выстрелят и спрячутся. Чего прятаться, господи, извращенцы? Они прячутся. Вот отстрелялись, все. Придурки. А, ну да. На сугробе. Котенок какой-то. Может, это несправедливо так ругаться? Может, это неприлично? Может, он просто хотел выиграть, поэтому держал из-под тишка. Они честно и благородно. Может, у него чести нет. И совести. Кто его знает? Может, он плохо воспитан. Может, он вообще не воспитан. Никак. Не воспитан. Ну, смотрите, хорошая. А игра? Подлая. Чести нет, благородства нет, одно паскудство. Паскудство. Сейчас я пройду, и буду стрелять в спину. Придурки. Еще прячется каждый раз. Каждый сволочь выстрелит и прячется. Вот это не прячется. Это молодец. За что мы его и любим. А этот спрятал свою жирную. Ага, зря мы его похвалили. Он обошел и сзади гуляет. Скотина. Кто его учил в спину стрелять? Фу, мерзость какая. Если б не танчики, вообще бы не брали в это дерьмо. Так паскудно себя ведут все. Ужас. То ли дело рыцарские турниры. Сел на лошадку. Копье под мышку. Попал в голову. Тебе тоже попали в голову. Оба насмерть. Мы все довольны. Нет, они здесь выстрелят и спрячутся. А лучше еще, когда их не видно. Они далеко стоят. Стрельнут и радуются. Вот какой я хитрый, как я спрятался за кустиком. Тьфу! Зачем тогда броню одевать? На себя, если прячешься все время. Что идиотизм какой-то. По мне так выстрелил. И жди, пока в тебя выстрелят. Это называется танковая дуэль. А это какой-то дерьмо, а не дуэль. Что это такое? За избушку спрячутся вечно. Вот какая-то скотина меня заметила. Лебушку прячутся и шмаляют оттуда. Ну что это такое? Ну что это такое? Господи. Да.
Ну, хоть есть повод поворчать. Сквернословить. Сейчас какая-то скотина. Какой-нибудь леопард нас обойдет сзади, начнет мелькать. Это вредно так для здоровья, когда он мелькает. О, кто-то там за спину заходит. Зачем заходит? Вот кто-то едет. Тоже непонятно, кто. И зачем он едет? А нет, тут стоит. Еду я. Еду, я еду. Вот я сказал, спину будут стрелять, и точно. Скотина. Фу. Молодой человек встал и ждет, пока его пристрелят. Вот, молодец. Все бы так поступали. А что ты прячешься? Что ты прячешься, скотина? Вот это вот чего? Убожество. Инвалиды моральные. Че в спину-то стрелять? Скотина. Ужас. И все только чтобы победить. Надо же с честью побеждать, а не вот такое паскудство устраивать. Господи. Ну ладно. В общем, печально я смотрю на наше поколение. О, как я хотел, вот. Так, шестой уровень. Это разбирайтесь. Шестерки. Шестерки. Это собой. А это что такое? Почему он синенький? Все серенькие, он синенький. Выпендрился, что ли? А что на этот, как его? Золотой танк? И вообще почему-то туда чем он ездит-то? Его даже не видно, он ездит чего-то. Чем так ездить? Ну, так, чтобы тебя было видно. Вот как вот молодой человек стоит. Правда, не попали в него. Он куда-то прячется. Тело жирное. Путёт прячет, и всё. И всё. Ну, теперь опять не попали. И снова не попали. Ну ладно. Надо кому-то и молоко стрелять. Взяли всем шубу. Все. Шубу всем. Все погибли. Ладно, и поедем погибать тоже. Все погибают дружненько. Что там у нас? Там у нас леопард какой-нибудь. А это что? Это головастик обыкновенный. Так.
Ребята, подождите, не бейте меня. Да мне грустно будет одному тут. Одному тут. Так. А что вы гоняетесь-то? Нужно вперед идти. Пусть застрелит, он ваншотер. Так, и все. Тык. А, все. Ну ладно. Не прокачанный, значит, раз он нас не застрелил с первого раза. Значит, не прокачанный. Нас тоже не прокачан. КВ-2 как раз. Этот головастик не прокачан. Он у нас жутко не прокачанный. Он у нас вообще не прокачан. Жутко вообще не прокачан. Да, и тот вроде бы с такой был. Машинкой и пушечкой. Чё я ворчу? Ворчать нехорошо, и ругаться плохо. Пусть дети играют, как хотят. Если им хочется прятаться за кустик, пусть прячутся. А если мы хотим погибать в первые секунды боя, будем погибать. И пусть нас обвинят в бездействии в бою. Потому что погибли. Бездействие по причине гибели. Ничего, они увидят, как я их поношу. И перестанут меня лайкать после каждого боя. Дизлайкали уже всего. Образцов показательный игрок. Йоксель Моксель. Ля-ля-ля тополя. Зачем он мои прикрытия снес все? Придурок. Ну ладно. Мало ли кто играет в эту игру. Может, могут быть любые вообще психические заболевания здесь. Ужас. Вот кто-то нас увидел. А вот кто-то нас увидел. Убил покачку. Пусть пивает, пусть. Она нам не нужна. Синюю нашивку дадут. Может быть. Если мы хорошо будем все вести. А может не дадут. А может не синюю. Ну а какая-то скотина. Стреляет и все. Скотина. Мы так не доживем до синей нашивки. Скотина какая. Так. Так, а там кто у нас? Ой, какая-то там скотина, это небось. Небось, это вот эта. Та скотина. Вот это вот.
una smart lavadora. Poi smart table. Само печь теперь в барханах собак. О. БТ-2 или ВТ-2 и БТВ. О, выцеливает мою макушку. Подлец. А у нас такая нежная макушка. А он выцеливает ее. Потому что подлец. Ой, ТИС-2. И оба ваншотеры. Ну, куда он спрятался, спрашивается. Но они слепые, как раты. Ну, чё он ёрзает? Вот. Это он что, заметил, что ли? Нет, он не заметил. Зачем ёрзать? Вот скотина. Ну. Ну ладно. Все. Молчинку на шивочку получил. Дожили все-таки. Сука. 23 000. Ух ты. Ух ты. Какой он у нас не прокач. Ну, это 122 мм. Орудие. Эффективность, боевая мощь. О, смотри, какая плохая боевая мощь. 25-53, а с этой пушкой 40-38. И то плохо, и это хорошо. А еще лучше ни то, ни другое. А 27-43, без всяких там мелотрёпок. Дорогих снарядов. Эти него тоже не дешевые. Ой. Это 2400 каждый выстрел. Да не балдели вообще. Надо, конечно, быть жадными, коварными, подлыми. Но не настолько же, чтоб с детей такие деньги брать. С детей! Ужас. Вот люди какие до чужого добра жадные. Как не стыдно. Ай-яй-яй. Как не стыдно. Вот фитюлька наша. Вот 25. 25. Ой. Здесь еще качать и качать, и не перекачать. Не перекачать, не перекачать. Главное, откроем, купим. Они убыточные будут, как собаки. Как собаки. Как жена супермодель. А может даже более затратную, чем жена. Супермодель. Вот такую дулю, понимаешь. Возьмешь, она все твои денежки просадит.
Нет, просадит. Денежек-то у нас нет. Просаживать нечего. Так что все в порядке. Можно брать с утра модель в жены. Все будет окей. Окейушки. Будет. Все. А куда все ломанулись? Сюда все ломанулись. А сейчас будет толкать? Нет, не будет. Ну ладно. Не будет и не будет. Надо толкать в попу, чтобы быстрее ехать. Но он не настолько быстрый. Он такой же, наверное. Черепах. Черепах. Черепашка-ниндзя. Ниндзяго. 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 Черепашка. Наш маленький черепашонок. Черепашонок. Не попал. Он успел заехать за домик зачем-то. Может, ему что-то надо там. Забыл утюг выключить. А вот раз попал, но не я. Жаль. Тик. Опа. Сейчас ваншотер будет вступать. Слепыш наш. Кротик. Ни хера не видно в нем. Но симпатично. Оп, не успел уйти. Ну и мы тоже ни хера не видим. Как КВ-2. Только лучше. Вот теперь они нас видят. А почему видят? Потому что кто-то за спину заехал. Сейчас будут стрелять. В попу нам выстрелят. Высадят нам. Высадят. Засадят. Нет, сзади все в порядке. Сзади шустрик. Шустрик сзади. А тут спереди. Заходит. Здесь их как собак. Все шустрые такие, шустрые. Вот кто меня засветил. Шустрик. Это леопардоник. Шустрикист. Упс. Упсеньки. Ну, сейчас нас окружат. Сейчас пролится чья-то кровь. Бомс. Чё? Это мы, в отличие от врага, вот этими вот руками взяли два флага. Поэтому очки по очкам победили. Союзники захватили 1000 очков победы. Вот. Ну ладно. Мы даже куда-то прям попали. 61% прокачка. Экипаж 61%. Прокачка экипажа 61%. Это тоже ночью. Ночью тут выпендривается.
от рукава и все. И все. Так дешевле, наверное. А может и нет. Так, что тут у нас? 7, 8, 18, 19. Ну, это ничего не открывает, а это открывает 34 800. У нас 12 пока, 800. Да, хорошо. Ну да, час 21. Спасибо. А, вот. Present. Present perfect. Опять бустер. Надо все эти бустеры сложить, завернуть и сунуть тому, кто их придумал. Засунуть. Вот. На этой оптимистической ноте. Благодарим вас за внимание, за выдержку, за понимание, что мы неповредности характера, отзываемся. Мы хорошие ребята, белые, пушистые. Но процесс игры нам не нравится, а тачки нравятся. Нам не нравится вот это вот. Вот наполеоновские войны, это да. Встали, полный рост, идем на пулеметы, понимаете, на кремниевые стволы. Дуэль тоже. Хорошо, один выстрелит, другой тоже выстрелит. Никто не бежит никуда, никто не прячется, никто не прячется за избу, мазанку, измазанку. Это все солидно. Нет, это я с эстетической точки зрения. Рыцарские времена как-то было симпатично. И наполеоновские войны тоже как-то симпатично. А вот это как-то придумали эти окопы зачем-то. Все прячутся там. Что-то пульнут опять. Прячутся. Снайперы прячутся в кустах. Рикошетят от сосен. Зачем это? Да как-то достойно. Достойно как-то, да. Но с эстетической точки зрения. А не с этой, с ботанической, биологической, а анатомической. Помирать-то, конечно, никому не хочется, кроме самоубийцы. Как-то так. Не очень это все. О. И вишенку на тортик. Рано. Откуда они появляются? А, вот откуда они появляются. Лампочки. Лампочки. И вишенку на тортик. Вот так. Все, моя музыка исчезает, растворяется в тумане. Как улыбка чеширского кота. Да. Всем привет. Держитесь. Это надо с геймплеем здесь делать. Как-то, чтобы симпатичнее было. Чтобы все шли на таран или типа того. Не давать никому снаряды и все. И никто не будет прятаться. Чтобы бегали друг за дружкой по кругу. Брали флаги, этот берет, этот отбирает, этот
Вот было бы как здесь. Соперничество здоровое какое-то. Без подлости. Кто съел, тот и смел. Кто смел, тот и съел. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире. Пока.